ветер просто безумный. Бля. О, жабка упала. Очки упали. Все упало. Бисмилля. Саламу алейкум. Это считается довольно крутые районы Бурсы. Это Нилюфер, о котором я вам рассказывал в другом видео, где с торгового центра, помните, показывал? Вот это такой район, здесь такие вот дорогие крутые кафешки всякие, Старбаксы и так далее. Аллаху акбар, Аллаху акбар. У меня друг очень странный человек, он подошел сейчас к кассе, просто взял две бутылки воды и ушел. И меня кассир спрашивает, ну, после того, как я оплатил кофе, он говорит, а вот за воду, говорит, вы будете платить? Я не брал никакой воды. Он говорит, ну, ваш друг, говорит, взял и ушел. Спал, очень странный человек. Сейчас пойдем искать нашего друга. Он куда-то выбежал, только я не знаю, куда. Он очень не хочет попадаться на камеры. Стеснительный парень. Мы арендовали машину, это Fiat. Стоит в день 1000 рублей. Да. Преимущество жизни в мусульманской стране – это все намазы в мечетях. Это просто чудо из чудес. Смотрите, какое наслаждение. Новая обувь. У нас тут дом сносит. После башен 11 сентября другого сноса я никогда в жизни не видел. Езжай, да? Езжай. Пусть ютубер. Эй. Hello, how are you? How are you? Tamam, Ayhan abi. Интересное зрелище, когда большие объекты падают. Кстати, здесь очень дорогая земля, и они сносят какие-то дома, скажем. А уже после этого строят всякие комплексы. Людям, которые, квартиры которых были снесены, им на том же месте, в этом же комплексе, нижние этажи, по-моему, дают им. А уже все остальное, то, что свыше этого, они построили, продают. Огромная какая-то мечеть, просто огромная. Идет вон там море. Это новые ситешки. Сите — это, короче, такие комплексы. Тут подъем в гору, не очень веселое место, поэтому мы не будем здесь брать квартиру. Не будем же? Нет, не будем. Смотрите, вон где-то вот в самом конце живу я. Вот сюда приезжают кораблики из Стамбула, откуда-то оттуда. Вот такой вот небольшой городочек. Сейчас я вам еще покажу очень красивые виды, смотрите.
Рестораны все открылись, мы пришли что-нибудь перекусить в новом ресторанчике. Еду ему не буду показывать, но поставлю быстрый таймлапс. Быстрый-быстрый таймлапс. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илля Аллах.